просторном зале города Большого безбожный лектор с речью выступал. Он говорил: «Не верьте, люди, в Бога!» И все святое дерзко отвергал. Из уст его поток глумления лился на тех, кто Иисуса признавал, кто век безбожия верил и молился. Он всех фанатиками называл. В своих словах он долго изощрялся и, наконец, надменно произнес: «А может, кто из вас бы попытался мне доказать, что был таки Христос? Найдется ли тот, кто мне не доверяет, науку нашу ставя ни во что? Существование верит ада, рая. Ну кто же выступит? Ну, кто?» Но все молчат, хотя народа много на лекцию в том зале собралось. Но кто же постоит за веру в Бога? Неужто никого и не нашлось? С ученым в спорах трудно состязаться, и все молчат, согласен кто или нет. Но что посмеянным при всех не оказаться, никто не хочет дать ему ответ. Но вдруг в рядах невольно зашумели: «Идет! Идет! Смотрите, есть один!» Все повернулись, и на самом деле идет к трибуне скромный гражданин. В простом пальто, с седою бородою, как видно, уж в преклонных он летах, к трибуне вышел, стал перед толпою, любовь светила в старческих глазах. И зал затих. Все ждали с нетерпением, о чем старик осмелился сказать. Тот помолчал минуту и в смирении пред всем народом начал возвещать: «Я человек простой и не ученый, и не берусь научно доказать, что есть Господь, что имя сотворенный. Хочу из жизни случай рассказать. Я родом из далекой деревушки, раскинутой над быстрою рекой. На самом берегу стоит моя избушка, где вырос и был с детства рыбаком. Однажды ночью разразилась буря, какой еще я в жизни не видал. И описать тот ужас не могу я, какой семьей тогда я испытал. Нависли темные, густые тучи, дождь непрестанно нам в окно хлестал. Сверкала молния, и гром гремел могучий, а ветхий домик весь скрипел, трещал. Я выскочил скорей, тревоги полный, чтоб свою лодку крепче привязать. А на реке вздымались грозно волны. Реки знакомой я не мог узнать. С завалом новый грозный вал катился, и ветер рвал деревья у реки. Весь берег каменистый разорился, и камни разбивались на куски. И вдруг сквозь бурю, вы вообразите, услышал я, как из пучины волн: «Спасите, люди добрые, спасите!» Донесся крик, отчаяния полн. Я
никогда в любую непогоду не выходил рыбачить на волне. Тем более под грозным небосводом погибну я в бушующей реке. Ведь у меня жена и трое деток. Я должен жизнь свою беречь для них. Что пользы, коль пожертвую собою, оставлю в мире сиротами их. Но вновь из волн донесся крик ужасный. Кричали мне в отчаянии уста. Я разобрал тогда довольно ясно: спасите же меня ради Христа. И это имя чудное, святое, коснулось нежно сердца моего. Он за меня пожертвовал собою. Отдам, коль нужно, жизнь ради него. Я на колени встав, там помолился и вновь поспешно лодку отвязал. В пучину грозную на ней пустился к тому, кто помощь ради Бога ждал. Каким-то просто чудом непонятным, изнемогая средь стихии злой, подплыл к нему, забрал, и вновь обратно достигли берега, гонимые волной. Как ликовал я радостью объятый, на берегу я Бога прославлял, и, взяв спасенного, тогда как брата, свой дом убогий на ночлег принял. Со мною дома он поел, согрелся и отдохнул от всех своих невзгод, а вечером он плакал и молился, и говорил, что спас его сам Бог. И поутру, когда он расставался, меня благодарил и обнимал. Я говорил ему: ты жив остался, смотри, чтоб Господа не забывал. Прошли года, и никогда до ныне не приходилось мне встречаться с ним. И вот, смотрю, стоит он на трибуне, надменный, полный сил и невредим. Когда он стал над Богом насмехаться, знакомый голос и черты лица. Да это он, не мог я обознаться. Как он забыл о милости Творца! И этот человек Христа поносит, и тех, кто сердцем верует в Него. Когда же тонет, силу Бога просит, зовет на помощь именем Его. Речь старика стремительным порывом сорвала с лектора весь грозный вид. В портфель собрав доклад свой торопливо, он покраснел, смутился и молчит. Всем было видно, совесть его мучит, и он в смущении тихо прошептал: да, верно, был такой со мною случай. Все это правда, что старик сказал. А сам поспешно, взяв свою одежду и никому ни слова не сказав, как человек, утративший надежду, под шум толпы скорее покинул зал. Мой друг, а ты, прослушав эту повесть, и для себя уроки извлекай. Не заглушай,
не усыпляй же совесть. Сегодня ж сердце Господу отдай. Не жди ты в жизни бурь, тревоги, когда беда настанет над тобой. Скажи ему: о Боже всемогущий, в житейском море погибаю я. Спаси, помилуй, из средь тьмы гнетущей небесным светом озари меня. И будь уверен, он придет с любовью, и свет небесный в сердце изольет, грехи твои своей омоет кровью. Тебя давно он с нетерпением ждет.